Таким разновозрастным составом коллектив Волжского района выступает впервые. На фестивале «Рожденные в сердце России» ансамбль решил исполнить частушки, пропитанные местным колоритом, рассказывает руководитель коллектива Ирина Чипчикова. С этим номером творческий состав ранее выступал на другом межрегиональном фестивале и занял призовое место. Команда надеется, что и в этот раз удастся покорить жюри и завоевать сердца зрителей. Частушки мы так назвали Самарской области, но они у нас взяты с репертуара. Везде поют повсеместно, да, частушки «Вагдадули» называется. Вот, мы их немножечко переобразовали, сделали свои слова, вставили, будем представлять частушечный жанр. За 8 лет фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» стал визиткой Самарской области. Главная тема этого года – культурное наследие народов России, сохранение этнокультурного многообразия. Все программы, которые будут представлены нашими муниципальными образованиями, будут посвящены теме многонациональности, дружбе наших народов, которые населяют нашу многонациональную Самарскую землю. Конечно, они затронут какие-то интересные краеведческие темы. Безусловно, это будет патриотизм. Это будет много замечательных номеров, посвященных нашей великой России, нашей Самарской области. Просмотры концертных программ будут проходить до 16 апреля. Оценивать их будут по двум номинациям – городской округ-победитель и муниципальный район. В фестивале примут участие 369 самодеятельных творческих коллективов с общим числом участников 4673 человека из 37 муниципальных образований региона. Многие коллективы имеют высокое звание «народный». За предыдущие 7 лет выросло значительно. Просто отдельные коллективы, исполнители, их можно смело выпускать на большую сцену. Выступления творческих ансамблей пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Кинеле, Сызрани и Сергиевске. Кроме того, в рамках работы фестиваля осенью состоится итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области, на которой будут представлены работы 220 самодеятельных мастеров региона. Завершится фестиваль в ноябре 2022 года гала-концертом на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.